находимся в здании мэрии. Сегодня как раз проводится вакцинация. И есть возможность у работников прийти сюда по месту работы и поставить прививку. Я сам это сделал 16 марта этого года, когда стало доступным прийти в поликлинику и сделать прививку. Я сделал это в поликлинике номер один, за которой мы записаны, мэрия, и мы обслуживаемся. Поэтому в общей очереди, стараясь не выбиваться и не досаждая никому, я посчитал необходимым это сделать в числе первых. Ну, прежде всего, я думаю, конечно, о тех, с кем я работаю, с кем я встречаюсь. Это очень важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, общаясь со мной. Конечно, я сделал это с заботой о своих близких, о родных, с тем, чтобы они тоже чувствовали себя в безопасности, когда я прихожу домой после широкого круга общения. Такова работа мэра. Приходится встречаться со многими людьми в течение рабочего дня. Я сделал это, потому что, ну, я думаю, я забочусь и о личном здоровье, о своем. Чтобы работать и активно, эффективно работать, нельзя болеть. Нельзя болеть, нельзя пропускать ни один рабочий день. Поэтому это очень важно на самом деле сегодня всем нам сделать прививку с заботой о городе Новосибирске. С тем, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Я призываю всех новосибирцев сделать эту прививку. Неважно, какую вакцину вы для себя изберете, дело не в этом. Важно, чтобы эту защиту мы сделали для себя, для города, для общества, для своих родных и близких.